Котейка, давай представляем. Покажи машину, которая моет дорогу. Ты угадал, это поливально-уборочная машина. А где спряталась машина, которая тушит пожар? Восхитительно! Это пожарная машина! Здесь есть машина, которая может загрузить на себя другую машину и перевезти ее. Покажи эту машину. Молодец! Это эвакуатор. Где спрятался транспорт, который плавает в море? Все верно, это корабль. Угадай транспорт, у которого только два колеса. Правильно, молодец! Это мотоцикл. На какой картинке транспорт, который копает ямы? Ты опять угадал! Это экскаватор! Угадай, какой транспорт работает в поле? Ты умница! Это трактор! Как ты думаешь, какая из машин сможет перевезти разные грузы? Отлично, ты победил! Это грузовой автомобиль или фура. С
Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. See you next time on our channel, Cars and Kids.